Началась расчистка. Второй этап строительства Волга-Лайф. Вот ту часть еще кустарника не вырубили. А вот это вырубили год назад. И февраль 2018 года постепенно привозит песок, разравнивает. А вот это первая очередь строительства Волга-Лайф. Два дома уже готовы почти. Третий дом достраивается. И свайные фундаменты практически подо все остальные дома уже забиты за эту зиму. Все это происходит прямо на окраине Дрошихи. Такой небольшой сосновый еловый лес. Второго февраля 2018 года для фотоистории города Твери, для видеоистории небольшая запись.